Книга «Открытым оком», том 8, вопрос 2055. Тема «Смерть». Всегда ли иноки были столь спокойны при угрожающей им опасности? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Случалось, что, вкусив плена, они уже оглядывались, и потом, чуть жареным пахло, они уже были начеку. Римлянам 5.4. От терпения опытность, от опытности надежда. Житие святого Ефимия Нового, память 15 октября. Помнили сии мужи заповеди Господа, запрещающую искушать Бога и повелевающую избегать опасных мест, Матфея 10.23. И посему, подвергшись раз опасности на своем новом местожительстве, решились оставить его. Но и Афон, куда они опять переселились, теперь уже не представлял из себя безопасного места. Знали варвары о его теперешнем населении, и посему делали частые на него нападения. Уже многие из афонских иноков были пленены ими. По этой причине три новых переселенца на Афон решились разойтись все по другим более безопасным местам. Житие святого Давида, память 6 сентября. Игумен отказывался, говоря: «Не можешь ты жить с нами». Тогда Давид сказал игумену: «Знай, отче, что я Давид, начальник разбойников, пришел же к вам для того, чтобы оплакивать грехи мои. Если же ты не захочешь принять меня, то клятвенно обещаю вам, что пойду обратно, приведу с собой своих разбойников и всех вас перебью и разорю монастырь ваш». Услышав это, игумен принял Давида в монастырь и постриг его в иноческий чин. Что пользы нам от этих книг, поэзии и прозы, когда читающий из них не извлекает пользы? Не просто пользу, но душе, как жить, с грехом бороться. Для взрослых и для малышей она сестра, не гостья. Число бесчетное томов в библиотеках разных, но место Библии самой не занято и праздно. На все найдешь ответ в чудесной этой книге. Так почему ж ее здесь нет? Я с удивлением вскрикнул. Библиотекарша тотчас засуетилась срочно и для отвода наших глаз несет каталог тощий. Газеты старые, но в них о Боге ни словечко. Попался Лермонтова стих, карандашом помечен. Как будто кладбище теней и запах тлена пыльный. Но снова я спросил о ней: а раньше, значит, были? И тихим шепотом склонясь, поведала смущенно: приехал как-то местный князь, партсекретарь горкома. Ее он взял, не записал и не вернул два срока. Наверно, верующим стал, признал Христа за Бога. Ей лично Библию тогда открыто подарил я. С ней горе вовсе не беда, она подаст вам крылья. Оставил адрес, телефон, звоните, рад услышать. Однажды слышу, как сквозь сон меня девчонка ищет. Теперь она давно сестра, нашедшая Иисуса, и ты вот так, оставив страх, душой интересуйся. От этой книги книг и мне простер Спаситель длани, когда я был и глух, и нем, и на пути изранен. Но он склонился и поднял
перевязал потуже и на осла меня забрал с собою на ужин. С тех пор для всех... Обожди, Сергей. И на... Простите, но он склонился и поднял, перевязал потуже и на осла меня забрал с собой на ужин. С тех пор для всех библиотек на всех столах и полках желаю Библию иметь любой овце и волку. Животворящая струя напоит души пьяных, чтоб в человека не стрелять, свои узнать изъяны. 29 сентября 2003 год. Игнатий Лапкин.